Друзья, интересное видео. Видите знак? Death, как смерть. Child error звучит. То есть с английского языка, мы просто как раз гуляли, я обратил внимание на этот знак. Здесь написано, что где-то здесь в каком-то из домов, вот мы идем по улице, пока идем, как раз вам расскажу, означает, что в каком-то из домов живут слабослышащие дети. У меня, конечно, вот уровень таких вот как бы подготовки, точнее заботы иногда просто шокирует. То есть вот здесь, возможно, один дом, одна семья, где, например, плохо слышащие дети, и они могут играть на улице, и повесили специальный знак для того, чтобы водители учитывали этот фактор, когда будут ехать по улице, что здесь могут ребенок не услышать машину, либо не услышать звук. Что, конечно, вы знаете, как-то вот приятно. Это не то, что улица глухих. Нет, просто один дом, где есть слабослышащие дети. Ну, либо вообще не слышащие, я не знаю все эти нюансы. То есть, может вот... Может быть, с этим протезом или там чем-то таким. Да, может быть, не знаю. Вот. Мы просто взяли привычку за последние сколько, почти год. Мы здесь, в Канаде, мы стараемся каждый раз, ну, когда у меня есть возможность, нет, когда супруги с детьми, они каждый раз выходят, мы выходим на прогулку. Хотя бы там 2000 шагов должны сделать. Либо идете на детскую площадку, да? Да, либо еще ездите на самокате. Ну, да. Вон дети впереди. Сейчас, чтобы было видно. А, не видно, четко. Вон дети на самокате. Средний ребенок на велосипеде. Ну, вот так вот. Все, спасибо большое. В 2 минутки уложился. Всем пока.